Приветствую вас. Я, наверное, соглашусь с коллегой Игорем Леонидовичем, да, который вам говорит о том, что вам для чего-то нужна эта точка зрения, что все мужчины изменяют, вам для чего-то нужно думать так, что-то вам это дает. Вот если вы проанализируете немножечко, что именно вам это дает, если вы постараетесь вот подумать, что именно вам дает это убеждение, это позиция, да, что вы чувствуете в этот момент, когда думаете об этом, вы чувствуете в этот момент, когда вам кажется, что это, ну, действительно так, и так далее. Да, если вы на эту тему подумаете, то я думаю, вы придете к определенному выводу, придете к определенным решениям. Вот. Это первое. Первое, что я хотел вам сказать. Что касается второго, да, знаете, ключ к ответу на ваш вопрос кроется немножечко в другом аспекте, на мой взгляд. То есть даже все это сказал коллега, это правда, это правильно, это верно, и значит, именно с коллегой я не спорю. Помимо этого, есть еще и такая проблема, такой нюанс есть. Значит, посмотрите. Вам не нужно побеждать свои мысли, да? Вам не нужно пытаться победить их. Вам нужно всего лишь навсего, да, постараться понять, увидеть, для чего они вам нужны, это уже сказали, и о чем эти мысли, да, о чем они сигнализируют. Вот именно ваши мысли, да, о чем они сигнализируют. Понимаете? Вот это самый важный момент. То есть вам ваши мысли, да, не нужно побеждать. Вам ваши мысли нужно обрабатывать, анализировать. О чем сигнализирует мысль? Что она пытается вам донести, да, что она пытается вам сказать, вот. Вот постарайтесь подумать на эту тему, постарайтесь увидеть ответ на этот вопрос.
Хотя бы для себя. Вот. И после этого, я думаю, что вам будет уже гораздо проще. То есть, как только вы перестанете стремиться к тому, чтобы побеждать свои мысли, а побеждать их не нужно, потому что любая мысль, она нужна, абсолютно любая мысль, в том числе и ваша. Вот. Как только вы перестанете побеждать свои мысли, то вы сразу же моментально увидите, что, в общем-то, они вам о чем-то говорят. И как только вы поймете, о чем говорят вам ваши мысли, я полагаю, что у вас сразу исчезнет какая-либо необходимость их побеждать. И останется только лишь сигнал. Вы же понимаете сами, наверняка, что мысли всегда порождаются чувствами, да? Вот. Мысли всегда порождаются чувствами. Всегда. Вот. И нужно понять, какие чувства у вас возникают. Что вы испытываете, например, когда думаете о, ну, допустим, о том, что мужчины изменяют. Вот ваши чувства, что они говорят? И, соответственно, когда данные чувства у вас возникали ранее. Понимаете, какая вещь? Вам всего лишь навсего нужно подумать о том, значит, что говорят вам ваши чувства. Вот и все, собственно. И после этого, если вот вы, ну, проанализируете это, вы перестанете бояться. Вы перестанете думать, что мужчины изменяют. Ну, давайте мы с вами просто порассуждаем. Да, вот, просто порассуждаем. Значит, представьте себе такую ситуацию, что вам мужчина изменил. Да? Вот лично для вас
что это будет означать, что он вам изменил. Просто подумайте. Измена для вас означает что? Что она значит для вас? Как вы ее воспринимаете? Как вы ее чувствуете? Например, а? Вот. И все. По большому счету, это единственное, что вам нужно сделать. Понимаете? Вам, по большому счету, нужно только лишь понять, что вы, чувствуете, когда и если вам изменяют. А что вы чувствуете, да, и почему? Почему вот у вас именно такие эмоции вызывают? Значит, смотрите. Если вы из-за измены, да, чувствуете себя, ну, например, как? Из-за измены вы чувствуете себя хуже, да? Вот. Скажем. Просто хуже. То есть вам кажется, что вы, там, например, недостойны, что вы там, например, ничего не можете, что вы там, например, недостойны быть с мужчиной, да, ну и так далее. Вот. Важен этот момент. О чем этот момент говорит? Понимаете? О том, что вам не хватает своей значимости. Собственной значимости. Вам не хватает именно этого. Вот. Собственной значимости. Если вы ощущаете, что в процессе измены вы теряете чувство безопасности, то есть вот вы просто чувствуете, да, что вот вы не в безопасности, чувствуете, что вы падаете в неопределенность, чувствуете, что вам там, я не знаю, ну, пусть будет так, да, не по себе, вот так скажем, вот, то, соответственно, это потребность безопасности не удовлетворяется. Если вы чувствуете, что вас не любят, например, да, и из-за этого, скажем так, из-за этого вам тяжело и плохо. Тоже момент довольно важный. Значит, речь идет о потребности в любви в данном случае. Понимаете? И вот так вот, если проанализировать, да, если проанализировать, что для вас означает измена,
Как вы измену воспринимаете сами? Ну, самостоятельно. Вот. Что это означает для вас, если это как следует проанализировать, то я полагаю, что многое, очень многое прояснится. Ну вот, есть у меня такое, скажем, ощущение, есть у меня такое ощущение, что многое прояснится, если вы проанализируете то, что чувствуете. Если вы проанализируете то, что то вы ощущаете. Вот. Нужно будет тогда вам думать об этом. Нужны будут мысли тогда? Нет. Нет. Мысли будут не нужны. А зачем? Они как бы изначально вам были нужны только для того, чтобы напомнить вам, что какие-то желания у вас, да, неудовлетворимы. Вот и все. Если вы свои желания удовлетворите, то зачем тогда нужно будет думать об этом, да? Для чего это будет? Это будет абсолютно бессмысленно. А в природе нет ничего такого, что было бы просто так. Что было бы бессмысленно. Вот и все. Мысли пытаются вас либо предостеречь как-то, либо, как-то вас защитить, либо вы сами боитесь каких-то моментов, своих, чего-то вы боитесь. И, соответственно, этот страх вы рационализируете через вот то, что все мужики изменяют там и так далее. Но. Ведь у измены есть причина. Почему вы говорите, что все мужчины изменяют? Да мужчина не изменит никогда, если его все устраивает. Если к нему прислушиваются, если к нему относятся адекватно, вот, не изменит он. А если он изменяет, значит его что-то не устраивает, ему что-то не нравится. Вот. Но ведь это уже, согласитесь, немножечко другой разговор, правильно? И вам сейчас проще как сделать? Вам проще думать, что все мужики изменяют, да? Вам проще думать, что все мужчины вот такие, грубо говоря, плохие, да? Ну вот. А проще думать так, чем искать причину того, почему это происходит. Верно или нет? Подумайте. Просто подумайте об этом. Вот. Еще раз повторяю вам одну важную вещь. Что человеческий мозг, человеческая психика, если угодно, устроены так, что если вы скажете себе не думать
о какой-то ситуации, любой, абсолютно любой, то, скорее всего, именно о ней вы будете думать. Если есть какие-то мысли, они вам нужны. Если вы не можете их контролировать, или на какое-то время забываете о них, а потом они возвращаются, это означает только то, что у вас низкий эмоциональный интеллект. А низкий эмоциональный интеллект означает, что вы не отдаете себе отчета в том, что в данный момент вы чувствуете и почему. Ну, сказать, что должно было быть по-другому, нельзя. То есть, ну, не должно было быть по-другому. Не может быть по-другому. Никак. Это невозможно, да? То есть вот у вас, очевидно, ну, в этом смысле самоотсчет такой. Интроспекция, уровень интроспекции не такой большой, не такой высокий. Но это нормально. Это нормально. С этим можно что-то делать. С этим можно справиться, его можно повысить. Было бы ваше желание. Знаете, вот очень многое зависит именно от того, хотите ли вы. Хотите ли вы делать какие-то вещи? Если да, мы вам поможем. Если нет, ну, значит, нет, значит, нет. Вот. А так, ну, я надеюсь, вы понимаете, что вы с этими мыслями своими жили какое-то, ну, количество времени, вы, скорее всего, привыкли так жить. Я не могу сказать, конечно, что вам нравится, вот, вряд ли вам это нравится, но вы привыкли. И вы не сможете так быстро отказаться от своих мыслей, ну, потому что они часть вас. Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно от вас некоторая выдержка, терпение немножечко, вот, и старание, и все. И процесс как бы запустится. Вот. Запущенный процесс, кстати, уже нельзя будет остановить. Ну, это так, к слову. Вот. Не лишнее, мне кажется, будет для вас подумать о том, какая вы женщина. Ну, то есть, что вы из себя представляете как женщина вообще? Какая вы? Как вы себя позиционируете? Вот почему мужчина должен быть с вами? Что вы можете мужчине дать? Какой мужчина сможет почувствовать себя с вами? Мужчины. Вот рядом с вами. Могли бы вы нарисовать этот образ? Если не сложно, конечно. Вот. Сами себе нарисовать этот образ. Вот. Было бы здорово. Для вас было бы здорово. Вот. Так что, я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам
Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!